На Курилах медведь пробрался в лагерь туристов и украл суп. Похождения Косолапова засняли на видео очевидцы. На распространившихся в сети кадрах взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря. По всей видимости, животное привлек запах еды. Хищник проверяет стол, на котором стоит приготовленный обед. Когда медведь находит на столе тарелку с налитым супом, то пытается унести лакомство с собой. В итоге косолапый только расплескивает угощение. Оставшись ни с чем, хищник скрывается от людей.